На дворе лето, июль, и мне кажется, мы уже приготовили с вами абсолютно все, что можно было приготовить на гриле. Но почему-то мы забыли про классику. И поэтому сегодня вот такие сочные, мощные ребра мы приготовим вместе с вами. Всем привет! Мы на канале Farnax Film, и сегодня исторический момент. Мне кажется, шашлыки уже немножечко поднадоели всем, поэтому сегодня мы будем готовить свиные ребра. Абсолютный хит последнего года. О них говорят, ими восхищаются, захлебываются слюнями. В общем, это очень вкусно. На самом деле, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Изучим сегодня пару тонкостей, ну а пока займемся подготовкой самих ребер. Поехали! Ребрышки у нас готовы к тому, чтобы перейти уже к самому интересному. Мы будем мариновать ребра. Так, и так нам понадобится 2 столовые ложки паприки, кориандр, совсем чуть-чуть чили, обычная паприка, 2 столовые ложки гранулированного чеснока и обязательная столовая ложка тимьяна. Перемешали. Все, у нас получилась вот такая пряная смесь, которой мы и будем натирать наши ребра. Возьмем мое любимое масло с розмарином и базиликом. Хорошенько посолим наши ребра. И будем добавлять нашу пряную смесь. Хорошенечко натираем. Масло даст закрепиться приправам на ребрах. Друзья, ребра отправляются мариноваться ровно на 1,5 часа, а я хочу вас познакомить с мангалом, на котором мы сегодня эти ребрышки и будем готовить. Поехали! Готовить наши ребра сегодня мы будем на этом красавце. Мангал Grillware Redliner Comfort Air. Что хочу о нем сказать? Действительно комфортная высота. Все продумано до мелочей. Есть специальная полочка под инструмент, ручка и колесный ход, который позволит вам переместить ваш мангал в любую точку вашей загородной усадьбы. 2 независимых поддувала, которые позволяют регулировать жар. И большая чугунная решетка. Отдельный акцент хочется сделать на комфортной полке для продуктов, которые могут поместиться рядом с вашим мангалом. Сразу хочу сказать, что эта решетка в комплект не входит, ее можно будет приобрести отдельно. Также есть решетка из нержавейки, есть решетка, представленная сегодня здесь, из чугуна, есть крышка с термометром, есть вертел и есть чехол. Все это можно приобрести отдельно, и это станет классным подспорьем для ваших мангальных и гриль вечеров. Подробнее об этом мангале смотри в нашем обзоре топ-3 мангалов. Нет единственно верного рецепта для приготовления ребер. Сегодня мы решили сыграть в долгую и приготовить ребра в фольге. Для начала подготовим несколько листов, в которые будем заворачивать наши ребрышки. Разрезаем примерно пополам. Для вот такой половинки нам потребуется ровно 2 пласта фольги. Часть ребер мы приготовим в фольге и посмотрим, какими получатся они. А часть ребер мы вот такими лентами будем готовить непосредственно на нашей чугунной решетке. Итак, друзья, ребра на открытом огне проведут у нас, естественно, меньше времени, а вот в фольге запечатанные, завернутые эти конвертики проведут примерно час. Слышите, слышите? Так звучит Farnax. Так, ну что, посмотрите. У нас вот уже начали вылезать хвостики, косточки оголились.
А это значит, что мясо уже почти готово. Итак, прошел час. Мы открываем наши ребра. Вот так они готовились фактически в собственном соку. Смотри, 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 магия. Вот они, наши ребрышки. Смотри, сколько сока набежало. Обрати внимание. Ну что, выкладываем на открытый огонь. Дадим образоваться аппетитной корочке. Лично мое мнение, мангал на самом деле очень удобный. И на компанию даже в 10 человек здесь можно легко приготовить и шашлыки, и бургеры, и ребра. Эти ребра, которые мы готовили в фольге, я глазирую традиционным соусом барбекю с ароматом дымка. Вау! Друзья, эти ребра мы готовили на открытом огне. Эти ребра мы готовили в фольге. И поэтому сейчас я предлагаю продегустировать и посмотреть, есть ли же на самом деле какое-то отличие. Ребро в фольге получилось очень мягкое. Ребро на открытом носит более такой выраженный вкус. Ближе к классическому шашлыку. Друзья, вот такие аппетитные ребра у нас сегодня получились на мангале. Очень жаль, что современные технологии не могут передать всего запаха и происходящего здесь, за этим столом. Поэтому по традиции подписывайтесь на все наши социальные сети, оставляйте комментарии, лайки и давайте готовить этим летом вместе с Farnax Film.